характер с ним. Пятигорскую лестницу вместе прошли. Он нам как для нас как родной. Мы уже к нему привыкли. И главное, в Рыбинске он к нам нас пропустил, и за нами вот хвост по шерстне, по коже. Мы с ними прошли прям как эти братья. Они там в этой шлюзах, там шлюзы эти. Прям вот нос в корму, прям. Это выходил там барабин, говорил, еще вперед. Что прям стоит и показывает. И командует этим. Ближе. Так, стоп, сейчас, еще чуть-чуть. Стоп, там. Ну, сколько этих обезьянок убегало, этих иностранцев. Можно кричать. Нет никого, они может, прям причастие говорит, ай, придурки. И улыбаться при этом. А что там? Еще надо, ребят? Все нормально, как раз хорошо. Вот и встали. Сейчас есть.